Почти 160 сирот из Югры получили квартиры с начала года. Такую информацию озвучил окружной департамент социального развития. Еще 479 детей-сирот, которым положено собственное жилье, остаются в реестре. Треть из них достигнут 18-летия до конца года. Полностью решен жилищный вопрос в Югорске и Лангепасе. Здесь квартиры куплены, их осталось только раздать. Остальные города округа в данный момент занимаются приобретением квадратных метров и их оформлением.